же. Я так буду озаглавливать, пробовал уже. Смотри, чтобы ветром не забивало. Нет, а нет. В комнату зайти. Не, нормально. Ветра нету сильного. Сейчас первое. Я начну сначала. Вот когда вы сели, за двор выехали, с вами поехала одна женщина с ребятишками. Как доехали? Ну, я объяснил, говорю, понимаете, там будет милиция. И погромче. Я ей объяснил, что будет милиция, и меня остановит. До трассы только? Нет, я дальше их повез, где автобусная остановка, чтобы посадить. Я остановился, вышел с ними, идет автобус. Автобус идет первый. Ну, я смотрю, он поворачивает, но думаю, заберет их. Я сел, поехал. То есть они сели, и все нормально? Ну, автобус подходил как вот тут деревня там недалеко. Так, все, никуда не отвлекайтесь. Мне кое-что, чтобы для себя примерно так. Вот даже отправляют, когда в космос, то совместимость ищут. Кто кому подходит. Мы об этом разговаривали. Вы друг друга не знали. Поехали вы, вот Марьясов Александр Сергеевич, Сергей Павлович Пупков и Валерий Сергеевич Сокольских. Ага. Вот. Как у вас эти 24 дня прошли? Все-таки были, пили, ели, вместе спали? Ну, очень, во-первых, очень интересно. Угу. Во-первых, того, что мы разные люди. Мы совершенно разные люди. Сергей более такой, он активный такой, Валерий такой спокойный, учительский. А я такой человек, пытаюсь всегда убрать шероховатость. И мы вот когда разговаривали на все темы. То есть от воспитания собак, то есть учительство и там, и там, и учительство в Слове Божьем. И вот мы везде находили одинаковость. То есть сходились к одному всегда. Вот. У нас никогда не возникало того, чтобы какое-то противостояние в чем-то. И когда вот даже Сергей что-то там начал, но я всегда начинаю дипломатически с конца рассказывать. Вот так и так. И последние дни-то уже ехали, читали Иоанна Златоуста. Вот Иоанна Златоуста читает, и вот сам говорит, вот целует, говорит, спасибо там Иоанну Златоусту, вот, спасибо святой, что-то подсказал. А я ему говорю, а вчера там мнение было другое, но мы не говорили тебе. Он сам пришел. А мы-то рядом сидели, он читал и пришел. И мы-то понимали. Ну и так вот же мы всегда беседовали, ехали, и вот в промежутках всегда читали Библию. Библию, послание к Коринфянам, 2 Тимофея читали. И читали, и сразу разбирали, как на занятиях. Очень интересно. И отвлекались от темы, и тема заходила довольно-таки обширно. То есть касалась всего. Касалось и простого мира, касалось его общины, касалось воспитания в школе, отношений в детских садах, в семьях. То есть смотрели на все и сравнивали. Сравнивали, вот даже Иоанн Златоуст говорил в 4 веке, а читаешь сегодня, это про сегодня сказано. И на сегодня это настолько, что пагубность-то вся в деньгах вот это. И настолько все оно животрепещет, то есть, и кажется, вот, как вы тогда, я читал, говорили, что действительно уравняло бы все, сделало более, даже не знаю, как выразиться, это вот именно воспитание ребятишки, чтобы были во Христе воспитаны. Да. Тогда бы все отпало. И вот мы про это много говорили, потому что все ломается. Мы видели такие вещи, что, ну, они неприятные, когда подъехали там ребятишки там, ну поскольку по 9, по 8 лет сидят, курят, ругаются. Еще погромче, чтобы я все слова понимал. А курят, ругаются, а лет по 8, по 9 вроде. И город-то красивый такой там. И дело в том, что ты, делая замечания, ты никак их не исправляешь. Ты понимаешь, что с этого конца не начать. Надо начать с другого, с воспитания. И надо показать людям-то, не важно какой мир, важно какой мир внутри тебя. Вот тогда, и вот во всех вот этих начинаниях, мы говорили много о детях, что это упущение родителей в большей степени, считаю. Только родители, потому что нету живого примера. А нету живого примера в Боге, оторванность от церкви, вот это результат и есть.
Так что, хотя мы все трое были разные, но мы все были единодушны. Мы слышали эти слова, каждый в отдельности. Возлюбим друг друга до единомыслия. А вот даже предположительно, что если бы вы были такие же добрые, хорошие, семьянины, но не верующие в Бога, было бы такое объединение у вас? Не было. Не было. Вот каждый бы прикрывался своим. А это ясно, потому что без Бога оно... Ну как без закона нет любви, так вот без Бога нет ничего. Потому что это начнется какое-то перетягивание одеяла. Вот, а у меня лучше, а я вот такой-то. Или тот бы доказывал, а вот мое-то хорошее. Мы вот рассматривали там все, мы привыкли смотреть, опираясь на ваши книги, все во свете Библии. Да. Оно и дисциплинирует тебя. Ты по-другому видишь. Без веры ты человек видит по-другому мир. А у вас не было такого мнения? Вот толканул нас куда-то на север, а сам сидит дома. Да вы что? Мы наоборот благодарны были. Сидит дома. Мы благодарны, потому что мы понимали, что, во-первых, это не вы толканули, скажем так, а это сделал Бог. Во-вторых, то, что вы написали, это написано от Бога. В-третьих, это должно услышать люди и прочесть. Да. Это тоже от Бога. А мы просто, как мы сидим, говорим, вот видишь, пост закончился, и мы пошли. Ну, мы, правда, не пошли, а поехали такими семимильными шагами. Но мы поехали, мы себя, конечно, не оппозиционировали апостолами, но мы приближены были к этому. Мы же несли благую весть тоже. Мы же, кроме книг, разговаривали с людьми, беседовали со многими о Христе, о жизни. Как вот все же начинают спираться, вот мне некогда, то все. А мы сейчас с братом Владимиром рассказывали, да вот люди-то живут, трудятся, по 30 коров имеют, пашут землю, строят дома, они же верующие. Я сам работал с баптистами, вот честное слово. До того мне было приятно с ними работать. Во-первых, не матерятся, не ругаются. Перед обедом, вот совершенно, когда работал с нашими простыми православными, то есть не хотелось, разворачивался и уходил. А вот с ними хорошо. Во-первых, зайдешь даже на работе, где вот переодевались кабинки, ты грязных носков не видишь, что валяется. Запаха этого нет. Ни табака, ничего нет. И разговор-то, все мне разговор не о том, что это у меня лучшее, а я купил вот это, а я хочу вот это. Нету таких разговоров среди них. И вот разговор-то все время идет, я как-то пытался о спасении начинать говорить, и все. А с ними более интересно говорить. А еще интереснее было разговаривать, вот когда люди такие же, но атеисты. У них столько вопросов, у них Бог с уст не сходит. Они все время атеисты, все время говорят о Боге. Вот. И мы даже об этом и не помышляли. Мы знали, куда, и благодарили Господа, что вот нам выпала такая участь. Я это и говорил перед Богом. Нам выпала такая участь. Это раз в жизни бывает. Это раз в жизни, и вы это можете передать детям своим, другим рассказывать. И не стыдно, никакой корысти у вас не было. И не хвалиться, и ничего, а вот именно, что это Бог так делает. Избрал меня на это, поставил? Избрал, я поставил, и я с честью, с достоинством это выполню, потому что вот так Бог делает. Вот же, вот получилось-то, видите, какой длинный круг, когда вы мне еще сказали, ты поедешь, и никакой тебе работы. Вот видите, я думаю, ну как это так? А вот вы так. Потеряли работу? А потом, да. А потом, а я вам отвечаю, не ищите работу, вам другая предлежит, поездка. А на Ползунова 6 прихожу, думаю, господи, все время же видел этих голубей в Ютубе, там в роликах, то все вот это, углярку, двор, это все. А тут сам походил, посмотрел, храм. А вот когда вы уже точно поняли, что придется вам ехать? Сразу. Вы только сказали, я не сомневался. А вы своим объявили это? Сразу. И никто вам не помешал? А, нет. У меня... Это тоже помешал? Милость Божия. Они все со мной. Ну и теперь, если вы вернетесь, если, дай Бог, вернетесь, то вам есть что будет рассказать. Ну, конечно. Они же звонили каждый день. Как ты? Как там? Где ты? В каком городе? А мы только города щелкали. Щелк, щелк, щелк. Смотришь, проехали. Вы начали первый город какой? Первые города мы начали, мы заехали к Дмитрию в Москве. Да. Вот в Москве отдали ему книги и поехали сразу на Мурманск, пошли. Но до Мурманска мы не дошли и сначала, и заехали
первый был женский монастырь. Вот приехали в этот женский монастырь, отдали книги, побеседовать не было, потому что посмотрели, что там матушка-то она такая, но не сама игуменья, а ну вот, которая ходит там при храме. Ну как, она на работу ходит туда, вот так скажу. То есть, я не хочу ни оскорблять, ничего. Не об этом, ничего. Главное, что... А вот тут батюшка подошел, главное, мы с ним начали разговаривать, а он с Дальнего Востока. И мы говорим, а вот как вот так и так вот, патриарх же говорил, был у вас, что у вас там полная духовная развалина. А он говорит, да, так и есть. И он вот все сказал, и все, мы говорим. И мы когда ему показали все, он загорелся вот этим интересом к вашему сайту, все, это видно, что. Мы ему визитку все дали, книгу подарили к истинному православию. Еще что-то. И он такой, да, что он видит, он в нас увидел, что вот верующие люди. А к одному батюшку подходим, приезжаем, там их три батюшки выходят. Но они взяли для тюрьмы себе в храм, в библиотеку, еще в какую-то библиотеку. И он только нас увидал и говорит, а вы откуда такие лохматые? А сам он, блин, такой батюшка-то. А вы, говорит, мы православные. А это обижает их. Ну, а я, мол, что, не православный, что ли? А мы говорим, вот мы истинно православные. Видишь, с пояском, с бородой, и концов не трогаем. Интересны мы люди. Вот людям интересно. А и то, что интересно, как рассказываем, когда разговариваем, говорим о Боге. То есть мы не говорим о себе, мы не хвалим. Ну, правда, я показывал журнал. Вот этот журнал о Потеряевке. Очень интересно. И интересно фотографии в книгах. Когда книгу открываешь, показываешь. А это, говорит, правда? Все, потому что кругом такое лицемерие, что а это действительно так они ходят? И так они одеваются? А там еще коровы идут. И крестный ход сзади, и на крещение. И это правда. Вот тут вся жизнь. Это все правда. Но очень нравится. Вот, да. А еще заинтересовала книга «Для Слова Божия нет уз». Вот когда мы рассказывали, что именно в тюрьме вы сидели, то, что и психушку вас заталкивали, вот именно за Слово Божие. Сразу людей много заинтересовало. И мы пытались, чтобы вот эти книги попали в тюрьму. Именно в тюрьму, чтобы люди прочли там многие. Но почему-то там... Вот у меня вопрос первый задавал я о том, что у вас была совместимость. А как вы спали? Кто где? Спали мы... У нас первый раз, когда пока еще по болотам не ехали, Сергей первую ночь в палатке ночевал на обочине. Я все время на переднице. А кто в палатке спал? Сергей. Кто? А кто в машине? Я... На переднем сиденье спал, Валера на заднем сиденье, брат, спал. А потом уже, когда вот эти болота все пошли, мы уже спали так. Брат, но я все время, всю дорогу спал на переднем сиденье. Шинель у меня, я отсюда шинельку брал. Шинель, все там раз, под голову, подушечку. И, ну, спали недолго. На полу спал брат Сергей Пупков в спальнике. Прямо ложился вот здесь, спальник, матрас стелит. И спит. А Валера ложился, брат. Где на полу? Сзади. А сзади? Да. Сзади. Вы вещи маленько выкидывали? Мы все вещи выставили. Попутно спрошу. А где это картон коробки-то? А в углярке все сложено. Вы доехали сейчас туда и там выложили? В углярку выложил. Вы везде, где были, разгружали, не оставляли? Не оставляли, где были, разгружали. Но не везде. Во многих местах просили, потому что перевозить надо было коробки. И просили с коробками. Никак, нигде нельзя было оставлять. Я без коробок как пойду? Мы же дальше будем по близким местам, где ездить-то. Ну, мы там много коробок привезли. Ну, короче, так. Мы там говорили, там можем на местах что угодно могли перевязать, вязанки, как угодно. Ну, нет, а так. А, понимаете, все проходило быстро, все. Оперативно, да. Так, какие у вас утренние и вечерние молитвы были? Стопоклонная. Семиминутная, стопоклонная. Да. И когда здесь... выезжали из города, у нас всегда сразу молитва. И мы все... и у нас также. У нас молитва была при въезде, при заходе. То есть мы просыпались с молитвой и засыпались. Мусульмане встречались где? А, да. Я на кладбище проповедовал мусульманам о Христе. Так, а были там, где мусульмане молились, и вы молились, чтобы рядом? Не было такого. Мы молились несколько раз, они молились, и мы молились, прямо рядом. А отношение у них к молящимся, не выскажешь даже, какое благостное. Они
как Андрей Кураев говорит, религиозно талантливые. Они все время меняют тактику, смотрят, как ближе, как смотрят, и как сохранить молодежь. А у нас вообще никакого отношения. Она гуляет, гуляла, а дальше это Б, придет к нему, исповедуется, он взял грехи, дальше и проще. Они говорят, как так? Блудила, блудила, говорит, это, пришла, теперь сдала грехи. Завтра опять то же самое. Что это у вас так? А мы как? Так, все. Часть первая окончена. Когда